В рамках реализации партийных проектов «Детский спорт» и «Одинцовская спортивная семья» активисты Одинцовского отделения «Единой России» и местные сторонники партии поддержали футбольный турнир, который провели в селе Ершово. Спортивное первенство состоялось на площадке культурно-спортивного досугового центра «Ершовский». Турнир проходил для любителей футбола среднего и старшего возраста. Это жители населенных пунктов, тер. Управления «Ершовское» и «Звенигорода».